Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Интересный трек, да? Смотри, какой молодец, так классно звучит, да? Такой голос такой с хрипотцой, да, немножко? Да, классная так, манера классно исполнения. Классно исполняет, такая манера классная, красивый голосочек. Мне очень нравится, необычно звучит, да? Скажи, и музыка такая прям, охота танцевать вот по-разному, да? Такая какая, знаете, вот... Атмосферная, интересная. Нет, гибкая такая, вот так скажу. Прям вот охота вот танцевать, вот так, и движения делать такие вот, да? Красиво очень, мне нравится. И для его удобно бросать вот этот трек, ребятки. Давайте дальше слушать. Слушайте. Это музыка, да, классная? Да. Ребят, вы слышите, да? По-разному исполняет. Разные манеры исполнения, да, ребятки? Классно. Да, круто. Интересно, круто прям, да? Как. Интересно. Хорошо владеет своим голосом, да? И красиво такие изюминки делает, да? Прям такие вкусняшки, да, ребят? И голос, и немножко полушепот, и погромче, да? По-разному. Интересный трек. Очень молодец. Мне очень нравится. Молодец, молодец, очень классно придумал, да? Угу, такой интересный, да, трек, да, скажи, очень много интересного, да, очень много лайфхаков, таких вкусняшечек, да, скажи. Необычно, необычно звучало, да, круто. И полушепотом, да. Потом и немножко... вообще голос сам по себе, да, красивый очень. Да, голос очень красивый, и полушепотом, и немножко скрипит голос. И погромче. И погромче, и красивый тембр, и немножко лайфхак добавляет, да, вот автотюн чуть-чуть добавил, да, и музыка классная. Все грамотно сделал. Интересно. Автотюна, по-моему, не было в голосе. Немножко. Нет, в музыке. Свой голос и свой был. В музыке. Автотюна немножко добавлял. А голос свой звучал классно. Голос у него свой шикарный, да. По-разному своим голосом, да? Владеет по-разному. Прям вибрирует голосом. Как хочешь. Варьирует. Да? Варьирует. Музыка очень красивая. Мне понравилось. Танцевать под нее очень удобно. Я танцевала, ребят. Немножко подпевала. Мне понравилось, ребятки. И трек очень интересный, ребятки, да? Очень грамотно, интересно сделано. Хотелось его слушать, да? Скажи, он немножко... Слушать было интересно, да. Фантастическое что-то такое, да? Да, да. Скажи, напоминал. Как будто голос это вот такой какой... вот красивый. Интересно, да, да, интересно. Мне понравилось. Продолжай дальше делать это. Талантливый, классно, да. Получается, да. У тебя голос очень красивый, очень приятный тембр. Слушать тебя хочется. Продолжай. Очень интересно сделал. Молодец, умничка. Мне очень понравилось. Пока, друзья.